Потом работать начнем. Снял, да? Угу. По боковой проекции в канале в позвоночном стоит. Прямую проекцию сделали, ну мало ли, может быть, не дошел до канала. Да, 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 надо ему вот это делать. А здесь напрямую мы видим, что в куске позвоночника. Да. То есть он зашел и остался. Поняла. То есть надо МРТ делать в любом случае. Блин, капец. Ну, учитывая, наверное, все плохо, потому что болевой чувствительности нет. Это наша девочка, которую сегодня спасатели спасли из-под бетонного плена, где она была замурована. Ну, она, как сказать, замурована. Она туда залезть смогла, поскольку у нее задние ножки не работают, выбраться не смогла. Вот. Вот у нас там еще дымочка. Ну, щенка, в общем, назвали Варя. Вот, приехали в клинику. Сейчас будем ее грузить. Не знаю, если повезет, МРТ сегодня сделают. Если не повезет, тогда завтра. Ну, в любом случае сделают. Вечер. Но нас записали на вечер. Было время. Вот. Поэтому мы сейчас пойдем на прием. Собачку мы назвали Варя. Это маленький щенок. Ему примерно 4,5 месяца. Может быть 5. Ну, даже для 5 месяцев она, мне кажется, мелковата. Вот. Собачка не ходит. У нее позвоночник. У нас что тут? Я же уже взвешивала. Ей неудобно лежать тут. Тихо. Пытается встать, смотри. Они не совсем у нее, мне кажется, атрофированы. Малышка, иди сюда. Зайка, зайка. Ну не надо, не надо. Маленькая. Зайка, зайка. Чуть-чуть. Подожди, подожди. Не надо никуда ходить. Не знаю, что там дверь хочет выйти туда. Да ты мой маленький. Ну нет, 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 не бойся, не бойся. Сейчас нас примут. Сейчас нас примут. К врачу пойдем. Возим собачку с одной клиники в другую. Сегодня вот днем мы были в одной клинике. Нас записали сегодня на МРТ. Вот, и мы сегодня приехали в другой филиал, чтобы сделать МРТ. Нужно понять, как помочь собачке. Там рентген сделали, но по рентгену ничего не понятно. Вот такого щеночка сегодня спасатели спасли из-под бетонного. Как она? Короче, под бетоном застрял щенок. Вот эта девочка, она очень даже такая маленькая. Угу. С нее сняли клещей кучу. Вот они в банке, вся шея была усыпана. Ну, клещи не совсем напившиеся, да, скорее всего. Она такая, слушайте, у нее шерстка чистая, как будто. Вы ее не помыли? Нет, не надо. Она чистенькая. Вот здесь у нее, здесь вот, в общем, все. Ну, верхи кишат прям. Да, 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 блохи, она вся в блохах. То есть ее надо обрабатывать от блох еще. Она тут толпой ходит. Угу. Поняла. Угу. Ага.